Генпримар отметил, что претороботаники не раз предупреждали о неэффективной работе. Так, например, очередное предупреждение с лишением месячной зарплаты Борису Припелице было сделано 31 июля. В ходе проверки на ботанике обнаружили незаконно установленные киоски. Тогда в премьере отметили, что это последнее предупреждение, после которого последует отставка. Мы решили поинтересоваться мнением самих жителей ботаники, как они оценивают работу руководителя сектора. После работ по замене водопровода не асфальтируется проезжая часть. И когда проливные дожди, это все вымывается и проваливается. Логично было бы наконец отремонтировать дороги. Все делают что-то мелкое и локальное, и все забывают о дорогах. Претор этот, я его, честно говоря, и не видел даже ни разу. Хотел как-то, заходил пару раз, ну, там были вопросы. То нету, то уехал. Судя по всему, конечно, он работал очень скверно. Так что я считаю, что Чабан поступил правильно. Временно исполняющей обязанности претора сектора ботаника назначена Диана Губа. Ей предстоит в течение 10 дней представить план работы в секторе на 2021-2023 годы. Илона Ведрашко, Николай Васильев, Акчен ТВ.